Всем привет! Хочу рассказать про светильники, которые заказали в комнату дочки. Вот, затеяли ремонт и на Алиэкспресс поискал. И вот эти светильники понравились всем. Сейчас посмотрим, как они выглядят. Вы себе представляете? Упаковочка такая хорошая. Заказали 3 штуки. Сейчас распакуем, посмотрим, что они себе представляют. А потом повешу на стену, покажу, как они светят. Ну и сейчас покажу, конечно же. Вот, запаковали-то китайцы, молодцы. Пришла посылка с Финляндии. Шла до Камчатки. Около 3 недель, 20 дней, почти 3. Один распакуем, остальные, я надеюсь, тоже работают. Сравнительно на фото они выглядят побольше. Небольшие очень, поэтому я их рядом расположил на расстоянии метр примерно друг от друга. Вот такая вот канитель. Внутри такие диоды. Блок питания. Вот, ну, вроде увидели, да? И вот, и сверху 2 диода, они вообще вешаются вот так, ну, на стену, вверх вот этими. И снизу здесь 1 диод, и он как бы в призму светит, и получается в 2 стороны. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть на стене. Так, сейчас подключим к розетке, посмотрим, сколько она у нас потребляет. И как она горит вообще. Напрямую прям так отключим. Здесь не зовется ничего. Ну, горит достаточно. Достаточно нормально. Сейчас свет выключу на трубу. Ну вот так как-то будет. Вверх 2 и вниз 2. Ну, на стене это будет интереснее, конечно. На стену повешу, покажу. Так, и мы не посмотрели, сколько он у нас потребляет. Потребляет у нас на нашем суперприборе, показывает 3,8 ватт. 0,02 ампера. Ну, 3,8 ватт, в принципе, немного. Сейчас посмотрим, не сейчас, а чуть попозже, как они выглядят. И такой металл-то добротный. Конкретный такой кусок алюминия. Такой толстый. Это теплоотвод хороший. Диоды там прям в алюминии, что ли. Прям в алюминии диоды. Они здесь, наверное, закручиваются. Вон, а, вот здесь болты под звездочку под какую-то. Вот, и они выкручивают, скорее всего, этот болт крепежный, и вытаскивается сам диод. Вот, ну, установлю, покажу, как это все выглядит. Вешать этот светильник, наверное, будет удобно, потому что здесь вот такая вот металлическая штука. Вот, она, скорее всего, цепляется к стене, этот болтик выкручивается, к стене цепляется после предварительной примерки. Вот, там, кстати, этот блок сидит, походу, на двухстороннем скотче, так не болтается. Тут, кстати, комплект болтиков к нему. Сейчас пойдем ставить. Сейчас покажу, как горят эти светильники в темноте. Так вот ярко они горят. Достаточно, ну, маленькие они, маленькие. Ну, комнату всю освещает, все видно.
И вот если включить второй свет, то с ними тут одна этой люстры мало было просто. И они вполне и без главного освещения хорошо освещают. Так телевизор смотреть не в полной темноте, что не видно, конечно, как они. Здесь... О, вот так лучше видно. Такие вот светильнички. Вниз они практически не светят, но что-то светят, там освещают. Именно стену не освещают, а так светят. А вверх видно хорошо освещает стену. Стена еще такая темная. Если светлая стена была, был бы эффект, конечно, другой совсем. Тут стена темная. Такой вариант выбрали.